Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, слушаем трек Friendly Tag. Нам это наш исполнитель, нам он очень нравится, ребятки, да? Много клипов, треков мы смотрели его. Давайте, ребятки, посмотрим. Нахуй, люди взрослые, блядь, чё смеяться? Либо делать вообще просто охуенный продукт. Ну ты правильно говоришь, да. Лучше делать сразу классный продукт, да ведь? Только какой продукт, я не знаю, о чем он говорит. О музыке, наверное. Наверное. Просто, блядь, постоянно что-то... Могу взять и выйти, могу взять квартиру. Можешь не смотреть на чек, бро, уже заплатил я. Сахарный папаша, каждый мембер сия. Все треки зубами, я хуярю бит, как пила. Я не чей-то мэн, я не чей-то нейм. Их треки вода, их текста роман. Я на кухне был, молодой. Ребятки, вот, слушай, ну мне реально нравится, да. Такой спокойный трек, да, спокойный. Зубки поставил, у меня зубы как пила, как я все могу прикусить, говорит, да. Ну, ребят, деньги показывает, очень много денег, ребятки. Денежная энергия у него, ребятки, прям льется. Энергия, да? Да. Поток и открыт. И с нами он делится, можно показывать. Принимаем его денежный да, поток. Мы принимаем, все, да, кто сейчас смотрит, должны сказать, принимаю денежный поток. Принимаем денежный поток. Да, Friendly Tag. Да, Friendly Tag. Трек начал, вот начало трека мне нравится, спокойно так, без шума, без гаммы, ребятки, музыка спокойно, читает так классно, да-да-да-да-да, голос очень красивый, ребятки, мне этот исполнитель нравится, ребят. Говорила ми, выпустил альбом, говори о мне, хочешь обогнать, забей, мы не наравне, раньше был баллонный нож, теперь я с пистолетом за мной хвост, чувствую себя кометой, скажи то, не торговал сука пометом. Я с микробота танцую с огнеметом. Скажи, как считать не рэп-бой, ведь он принадлежит только мне. Ребят, пожалуйста, внимательнее. Очень стильные движения, ребятки. Учить? Как учиться танцевать. Такие движения, ребятки, учим? Да, это сейчас вот так. На носочке крутиться, да, извини. Да, на носочке ногу поднимать. Не просто так. Да, в коленке согнуть. И, ребят, ну, классно получается, ребятки, да? Кому другому, я помню дерьмо, нахуй грязь, ничего другого. Видел кратеры на тех, кто любил уколы. Я малой, продавал матрас, кинул банку колы. Как думаешь, куда он козу несет? В сумке? Это его товарищ, наверное, я думаю. Нет, куда он ее несет? С собой везде гулять таскает, мне кажется. Она как и собачка, да? Его да, чихуахуа. Да, да. Молодец, мне уже нравится, что он животных любит, угу. Понимаете? Он же мог ее просто взять и выбросить, да, например. Козу. Ну, куда-нибудь деревню отправить, он ее, наверное, в лес. По инету заказал, чтобы она пришла на Озон, а он забрал свою козу. Она как товарищ. Она успокаивает, наверное, коза. Как думаешь? Угу. Ронял таблетки, ел прямо с пола. Я спасал кента, это видел Коля. Это было дома, был на похоронах. Умер кореш, я был без цветов. Но мне были Джордан. Я не чей-то мэн, я не чей-то нейм. Я не чей-то мэн. Их текст старомэн, я на кухне был. Я просил аминь, выпустил альбом. Говори о мне, хочешь обогнать, забей. Мы не наравне. Знаешь, как будто он мне сказал. Он так посмотрел, вот так в глаза, да? Угу. Я даже как-то... Он, наверное, знал, что ты реакцию будешь снимать. Может, он тебя не... Может, он тебя не любит? Да что ты? Может, ты ему не нравишься? Знаешь, с козой ходит. Так, кто все, что ли? У них нет оружия, но в треках они шутеры. Мое положение мог бы жить на розовом хуторе. Все еще для улиц, хотя вся одежда ухари. Задумайся о жизни, если твоя сука нюхает. Мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с этим связано. Мы за здоровый образ жизни. Ребята, это к хорошему не приводит. Летальный исход может быть, ребят. Поэтому не надо. Так, друзья, да, что еще там? Вот не забудьте сказать, что ты рекордсмен, потому что у тебя лайков вообще нет. Да, ребятки, я это рекордсмен. Почему-то у всех лайки хотя бы 50, а у нас 2 ребят, лайка. И то это мы сами себе ставим. Ребят, вот, все равно мне интересно, да. Вот, конечно, я же не одна у вас, да, кого вы смотрите, да, ребят, у вас же много. Может, твое видео не нравится людям? Да, ребят, вы, наверное, им ставите лайки, я думаю. А тебе никто не ставит? А почему-то мне не ставит никто, ребят, ну поставьте тоже, ребят, ну ставьте тоже, пожалуйста.
Чего уж, вообще не нравятся мои комментарии. Ребят, это моя первая реакция, первая моя реакция. Как я думаю, так и говорю, ребятки. Ну что, давайте продолжим, да? Про Friendly Tag. Ребят, он рассказ о своей жизни. А как ты думаешь, подожди, как переводится Friendly Tag? Как ты думаешь, вот, как ты думаешь, это переводится? Friendly Tag. Ты как это чувствуешь? Какой псевдоним? Как переводится его вот псевдоним? Я такой человек. Как чувствуешь? Вот Friendly Tag. Так и должно быть, как я хочу. Так переводится, да? Нет, как еще раз псевдоним его? Я такой, какой есть. Так называется, да? А на самом переводится как, ну, один из вариантов перевода «мягкий бандит». Да. Или «дружелюбный бандит». Да ты что? Ну, что-то типа такого. Слушай, ну я скажу тебе вот, что-то типа такого. Нет, я тебе скажу, ну это же подходит, правда. Или, или например, там, мягкий, приятный, хороший, добрый преступник. Mm-hmm. Что-нибудь типа такого. Нет, ну, между прочим, это же похоже. Вот он, вот хотя бы по этому треку, он же мягко пел. Он реально мягко пел. Мягкий, да? Даже танцевал он мягко. Ну, не во всех треках, а вот именно этот трек, ребят. Деньги показывал, с нами делился своей энергией. Отправлял, да, не жадный парень. Да. Животных любит, ребятки, это большой плюс. Он козу таскал с собой, ребятки. Не было агрессии в треке, ребят. Ну, агрессии я не видела, ребятки. Ребята его, друзья, они все подпевали ему. Ну, что скажу, ребятки. Голос очень красивый, спокойно поет. Мне нравится, музыка спокойная. Мне понравился трек, и клип понравился. Голос очень красивый у него. С удовольствием его слушаю, ребятки. С удовольствием слушала, подпевала. Одет он так стильно, молодежно, ребятки, да. Кепочка, ребятки. Ну, вставил себе, как называют, ты говорила? Грилзы. Грилзы поставил. Ну, это для видео, я думаю. Ну, мне понравился трек, ребятки. Спокойный. Пока, друзья.